Особовий режим роботи каналу «Репортер» продовжується, нічого не змінилося. На жаль, ні в якусь позитивну сторону. За останніми новинами, я не говорю, що це підтверджена інформація, йдуть жорстокі бої за Житомирщину, за Київщину. Є навіть не досить добра новина від міського голови Таврійська про те, що ворог захопив потужності тамошні. Є новини про те, що наша армія збила вже кілька військових літаків, але що взагалі відбувається, як на це реагувати? Я запросив свого колегу, журналіста, людина, яка освічена в цьому, стежить теж за всіма новинами, тримає руку на пульсі. Ну, про це ми повинні говорити. Юліан Аксьонов. Юліане, вітаю. Доброго дня. Вітаю тебе, Віталію. Я знаю, що ти стежив раніше, обов'язково там мені писав, навіть коли я так собі сприймав цю інформацію, тому що я до останнього вважав, що Джо Байден, ну не те, що жартує, а щось десь там неповна інформація, там щось там залякує. Але ми всі вночі почули, побачили, що досвідчений політик не жартував. Що відбувається? В 5 утра мы все, а кто-то и раньше, стал свидетелем классического сценария проведения наступальной операции в 21 веке. Сначала заходит авиация, работают ракеты, так называемый бесконтактный бой, если это можно так выразиться. Работают по ранее определенным целям. Благо сейчас, ну в плохом смысле слова для нас благо, сейчас сделать это легко, просто на Google Maps заходишь и все видишь. Части, как мы понимаем, военные стационарные, они не на колесах, их не перевезешь. Да, нужно было провести сосредоточение. Насколько я знаю, оно было, но об его успешности ничего сказать не могу. Итак, отработали, если говорить про Одессу. Мы увидели удары, попытки ударов, как потом оказалось, потому что, забегая вперед, скажу, что среди журналистских кругов ходит информация со ссылкой на военного из ПВО. Наши четыре, как оказалось, дивизиона сосредоточены. Фонтанка, 412-я батарея и 411-я батарея. Понимают люди, я думаю, эти районы. Отработали на упреждение. Никто физически в пределы Одесской области не залетел. Но долетели ракеты. Проблема в том, что на вооружении у нас стоит С-300. Очень старый комплекс. Да, его можно модернизировать, но каких-то больших бонусов в его боеспособности ты от этого не получишь. Надо сказать, благо эти ракеты полетели. У нас самая молодая ракета 86-го года. Проблема в чем? Если вероятность поражения С-300 цели типа истребитель 0,7-0,8 умножаем на 100, получаем проценты, я имею в виду, то крылатые ракеты и ракеты, спущенные с борта таких вот летательных аппаратов, это уже 0,3-0,5 в лучшем случае. Все перекрыть и перехватить мы не можем. Я уже вижу обвинения военных, что мы не можем закрыть ПВО. Хочу сказать всем, что ни одна страна мира полностью не закрывает ПВО своего пространства. Мы можем говорить только о наличии радарного слежения за всей территорией. Но каждый комплекс ЗРК, зенитно-ракетный, имеет свой периметр действия. Это там 75 километров, 150, разный. Натыкать на все это, извините за выражение, всю страну ты не можешь. Ты прикрываешь самые нужные тебе моменты, плотины, ГЭС, АЭС, такие же города Одесса, Харьков, Львов, Киев. Киев имеет самую большую плотность ПВО. А дальше, я так понимаю, что мы во второй, это не вторая половина утра, это 10-12 часов, мы увидели вторую волну. Надо понимать, что несмотря на то, что заявляется, что работает высокоточное оружие не бьет в кружок диаметр 30 сантиметров. 5-10. Если мы работаем по какому-то большому объекту, как аэродром Кульбакина, я там был не раз и понимаю, что это масштабно. Попасть одной ракетой, двумя с истребителя туда, в сам аэродром можно. Вопрос, что вы от этого получите. Да, можно что-то повредить. Те же самолеты, которые кучно стоят, не думаю, очень надеюсь, что рассредоточили. Не знаю, пока информации у меня такой нет.
И, собственно, после вот этой бесконтактной фазы мы видим начало наземной операции. Проводить ее непосредственно при поддержке авиации можно, артиллерии можно, но опасно, потому что противники сходятся, и банально вы можете накрыть своим же огнем свои же наступающие войска. Ось остання інформація від офіційного джерела. Я нагадую і закликаю користуватися тільки офіційними джерелами інформації. Державна прикордонна служба України 8 хвилин. Тому російська техніка пішла на прорив в Київській області. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з градів. Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією. Ось я, як журналіст, не військовий, як так мовити, громадський, навіть не очікував, що на Київщину підуть саме з півночі. Было вполне ожидаемо для людей, кто следил за ситуацией, потому что были внезапно объявлены. Да, они проводятся часто, но не они никогда не проводились зимой. Я говорю о совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», кажется, 2022. Более того, было заявлено, что 20 февраля они заканчиваются. Но после 20 февраля фактически президент Беларуси заявил, что войска будут столько, сколько надо, ибо у нас тяжелая ситуация с НАТО. С Украиной было сказано вскользь. Все мы понимали, что держатся ударные группировки с севера, киевское направление, Беларусь, ближе к российской части, это Харьков направление, Донецк, мы сами понимаем, само собой. И сейчас самое опасное направление, самое опасное в том плане, мы не понимаем, что будет дальше. Это как раз юг, потому что сейчас, может быть, к счастью, я говорю, что у нас не ситуация, как в Харькове. По нам пока не прилетают РСЗО, даже не град, а смерч на минуточку 300 миллиметров калибром. Я думаю, что, да, если мы говорим о Киеве и Житомирщине, и вообще Полесье, может, кому-то будет дико звучать, слышать это, но терять свои территории – это допустимо, ибо мы не можем прикрыть, да, люди, мы не можем прикрыть 2000 километров протяженности. У нас не хватает, у нас ни 900, ни 1,5 миллиона армия, только сухопутная. Поэтому это называется тактическое отступление. Мы теряем эти территории, к сожалению, но так мы спасаем свои группировки ударные. Надо понимать, что в чистом поле никто никому давать бой не будет, ибо это очень-очень опасно, затратно. Все будут стремиться в городскую агломерацию, не будем даже говорить миллионники. Банально даже такие города, там, к примеру, как Белгород-Днестровский, Подольский. Умань. Не знаю, видел это видео, возможно, эксцесс, как говорится, исполнителя, перелет. Не знаю, что именно там... Еще и в центре города, вряд ли там какой-то военный объект. Так вот, наши группировки будут отходить к городам, ибо город – это топливо, но понимаем, что такая ситуация, но все равно его найти можно. Это медикаменты, потому что аптеки будут работать, и это какая-никакая еда, потому что супермаркеты. И самое главное – это естественные бетонные заграждения, бетонные укрытия, дома. И скажу вам, по опыту наблюдения за войнами в городах той же Сирии, извините, буду уже так прямо так говорить, выковырить людей из бетонного сооружения, ну, вагон, нужно высыпать на них снарядов. Это долго. То есть сейчас делается тактическое отступление, закрепиться на линии городов, принятных для обороны, уже будут так казаты, и тем самым остановить продвижение этих войск. Что, кстати, мы видим на Донбассе? Отримав тільки щойно інформацію про те, що я не знаю, наскільки вона підтверджена, але ми говорили про те, що неспокійна ситуація в районі Каховки. Є дані про те, що російські окупанти захопили північно-кримські канали, Каховську ГЕС. Які наслідки можуть бути для
Да, мы, к сожалению, не успели, как я понимаю, но очень надеюсь, что я не настолько мудрый, как наш генштаб. Как-то очень сильно прикрыть наш юг. Крымский канал, банально, сейчас отодвигается заслонка, пошла вода в Крым. Я даже знаю, что взят Геническ. Вот шел в студию, уже пришла информация, что взят Геническ. Вопрос другой. Той группировки, опять же, не так много. Там около 45-50 тысяч. Если они будут в каждом городе оставлять какой-то гарнизон, то ну, они банально закончатся. Я понимаю, что взятие будет номинальным. То есть прошли какие-нибудь коллаборационисты на сельсовете, горсовете, сменили флаг, условно под ними, но физического присутствия там не будет. Потому что, как мне кажется, замысел весь операции такой, чтобы нанести максимальный урон нашим группировкам, которые сосредоточены отнюдь не в Геническе. Те группировки будут идти, мне кажется, к Донбассу, чтобы ударить в тыл. Их продвижение точно так же надо путем закрепления за городскими агломерациями максимально тормозить. Звернення міністра оборони Олексія Резнікова до взагалі всієї України. Я не хочу говорити, що це таке панічне звернення, але ну, ми не можемо оцінювати людину, яка відповідає зараз за все, і ні в жодному разі критикувати. Це антидержавна позиція, але все ж таки можемо обговорити це. Всі, хто готовий тримати зброю, долучайтеся до рядів сил територіальної оборони Збройних сил України. Спростили всі процедури, потрібен тільки паспорт. Тобто, виглядає це так, що не стача Збройних сил професійної армії. Ну, це очевидні речі, але можемо констатувати. Да, дело в том, что вооруженные силы в обычном состоянии никогда не находятся в штате военного времени. Как правило, если мы мирные бригады имеем это 2-2,5 тысячи, то в военное время они увеличиваются как минимум вдвое. Собственно, перед этим мы заявляли о том, что мы призываем резервистов 36 тысяч. Это было сделано именно для этого. Плюс восполнить потери. Мы все понимаем, что война, увы, уносит жизни. Нужно восполнять потери. К сожалению, было сделано, на мой взгляд, очень это поздно. Я не знаю, пыталось ли наше руководство тем самым не разгонять панику, не нагнетать, как говорится, обстановку, не провоцировать, не знаю. Это мотивы уже не ко мне, как говорится, обсуждать. Но мне кажется, что понятно, что задним умом мы все умны, но нужно было делать это заранее. Сейчас банально. Я не представляю, как это сделать. Ну, придут люди к военкоматам, их примут. Хорошо, с паспортом, безусловно. Даже без паспорта начнется такое, что можно без паспорта. Я не знаю, в каком состоянии склады с оружием. Они не хранятся в военкомате. Он для этого не предназначен. Там столько места нет. Хотя можно было бы сделать, учитывая обстановку. Уже гуляют видео по ударам по нашим складам. Что за склады, непонятно. Возможно, вполне это склады с вооружением, потому что когда противник захочет какое-то преимущество приобрести, он не будет бить по складам с шапками, он будет бить по складам с патронами и со снарядами, автоматами и так далее. Поэтому мне пока непонятно, как это все будет происходить. Возможно, ставка на то, что у людей есть собственное оружие, но давайте говорить честно, охотничий карабин – так себе даже в городских условиях. Так что очень надеюсь, опять же, опять произнесу это очень надеюсь, потому что все мы на что-то надеемся с сегодняшнего утра, что эта процедура как-то отлажена. Ще таке питання, ми говорили, ну, так це подавалося, що російська армія вицілює військові об'єкти. Ну, що могли запровадити військові під Подільськом? Військова частина в Липецькому. 18 людей загинули. Чому саме вони і на сьогодні, це офіційно підтверджено, найбільша кількість жертв. Так, є загиблі, на жаль, їх чимало, але це офіційно підтверджена кількість. Я теж не розумію, якщо, Юліане, у вас є позиція, чому саме Подільськ там десь, ну, стояли, виконували свій там державний борг. Навіть я не впевнений, що у них там була якась там там крута там зброя стрілецька, там і тут, і все, і нема людей. Там радар. Там радар, який
высвечивал всю обстановку. Потеряв этот радар, мы потеряли свои глаза. ПВО наше без глаз. Поэтому банально ударили туда. Что нужно было сделать? Я не знаю, какая система этого радара, насколько он был подвижен. Но, как правило, когда грядет война, все части из своих ППД, пунктов постоянной дислокации, рассредотачиваются. Командиры получают пакеты с определенными районами сосредоточения. Понятно, что это все секретно, не знаю, как это было в этот раз. К слову, когда в 2014 году у нас началась похожая ситуация, части, которые вскрыли пакеты, дислоцированные в Одессе, получили районы сосредоточения на румынской границе, потому что мы по тому времени жили угрозой со стороны Румынии. А опять же, если мы говорим про Подольск, не знаю, возможно, этот радар был стационарным. Те люди, которые, к сожалению, погибли, и большое спасибо им за честно исполненный воинский долг, возможно, были вот той самой обслугой, без которой он бы просто не работал, ну, и деться им некуда. Опять же, проговорю еще раз, прикрыть все мы, к сожалению, не можем и не успеваем, особенно от ракет. Были заявления, мы не даром просили патриоты, американские системы, которые нацелены как раз противоракетная оборона. Нам не давали, ну вот, к сожалению, получаем. Але все ж таки, якусь зброю останні тижні особливо Україна отримувала. Чи є у вас дані, чи ця зброя бере участь в захисті нашої країни зараз? Тому що я зараз читаю всю інформацію, також читаю насмішки від в лапках російських колег, і де там ваша зброя, і що там. Ну, це, звичайно, такі негідники пишуть, ми це розуміємо, але все ж таки ми ні в якому разі не говоримо, що хтось там когось там провокував, там Україна провокувала Росію, ну це якісь дурниці, але якщо ми так глобально подивимось на цю ситуацію, то заяви президента сусідньої країни, країни-агресора, який дещо втратив розум, він що говорить? Він говорить, що так, Україну там стільки отримала зброя, це для нас погроза. Чи бере участь зброя в захисті відбування атак? Насчет того, що много оружия і ой-ой-ой, що ви делаете, конечно же, нет, это политический повод. Так, звичайно. А оружие, давайте говорить, номенклатура. Переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», высота перехвата 4,5, в некоторых модификациях 5 и выше. Мы получили так называемый NLOW, это противотанковые гранатометы. Буду говорить для людей несведущих, труба, забросил на плечо, нажал некоторую комбинацию кнопок, выстрелил. И джавелины, та же самая схема. Их преимущество в том, что это третье поколение, так называемое, выстрелил и забыл. Если наши комплексы, ты сидишь и лазерный луч подсвечиваешь постоянно на всем протяжении подлета ракеты свою цель, свой танк, и тем самым подвергаешь себя опасности. Да, там есть шнуры, кабеля, можно, грубо говоря, за угол зайти, твой ПТРК стоит там на улице, а ты просто сидишь. Но, тем не менее, это время. Тут здесь ты поймал перекрестие цель и отработал. Джавелины, кстати, могут сбивать низколетящие вертолеты. Россияне об этом знают, поэтому этого избегают. Да, подобное оружие сразу начало поступать на Донбасс. Там же оперативно развернули тренировочные, скажем так, сессии, дни, когда военнослужащие могли пострелять. Это были те люди, которые по штату занимаются как раз, конечно, уничтожением танков. Но в порядке, насколько я знаю, в порядке факультатива, как пользоваться эту инструкцию, получали все, потому что все мы прекрасно понимаем, что бой нас может застать где угодно, и вдруг под рукой у тебя эти противотанковые средства. Думаю, что сегодня они были использованы. Но, скажем так, большой какой-то выгоды они нам не приносят, потому что нам банально не с чем бороться с авиацией. У нас просто нечем закрыть наше небо, и как раз вот эти вот расчеты, которые сидят и ждут наступления российских танков, накрываются артиллерией и авиацией. То есть есть большая вероятность, что они просто могут не дождаться, пока до них доедут танки. Но есть, опять же, говорю, что наше спасение – городские бои. Любое окно, любая дверь, проем –
Ты туди висунувся, вистрілив, і танка нет. Допомога міжнародної спільноти. От я зараз теж читаю всю останню інформацію. Хтось зателефонував, обговорили, обсудили. Чи усвідомлює ця спільнота країн Європи, які ось-ось поруч з Україною на Заході світ, Туреччина, США, що це вже не жарти взагалі? Що взагалі можливо якось дійсно допомогти не тільки словом? Я розумію, вони не повинні. Нічого не повинні в Україні. Я ні в якому разі теж не засуджую західних, там, південних партнерів, але все ж таки ми десь в глибині душі чекаємо на те, що там допоможуть і зроблять так, що представники країни-агресора ну, дещо схаменуться. Не уверен. Да, они осознают. Не уверен, что помощь какая-то будет действенная. Да, главный момент. Мы же сегодня увидели удары не только по тем самым 9 заветным областям, которые грезят с 2014 года. Мы увидели по западным районам. Это аэродромы Луцк, Ивано-Франковск, то есть Волынь, да, накрывают Галичину. Для чего это делается? На мой взгляд, тут две преследуются цели. Первое. Мы теряем аэродромы и теряем возможность рассредоточить нашу авиацию, потому что мы могли бы по 2 самолета, грубо говоря, распределить, они бы взлетали, и ты просто за каждым охотиться устанешь. Мы это теряем, и плюс это месседж, как говорится, нашим западным партнерам. А эксперты, которые говорили, что бросьте панику, хочу вас увидеть у военкоматов. И говорили, что навели воздушный мост в НАТО. Это серьезная поддержка. И если начнется, нас просто завалят оружием. Так вот, ребята, скажите мне, последний самолет канадских ВВС прилетел вчера. И прилетел он во Львов. Сегодня, после ударов, туда уже никто не прилетит. Как мы это будем получать? Из Польши на колесах колонна растянется. Россияне будут об этом знать. Вряд ли эти колонны оставят в покое. Даже если эти колонны пройдут, какие-то покромсанные, покоцанные, что-то они довезут к нам. Опять же, это оружие нужно перебросить в восточную часть. Как? Колесами. Время. Пока мы доедем с этими стингерами или с джавелинами к условному счастью, возможно, линия фронта, дай бог, чтобы это не случилось, она сместится. И мы теряем оперативное время. Мы в онлайн режимі працюємо, розумієте, з якого приводу. І я останні новини, які надходять, ми обов'язково обговорюємо з моїм співрозмовником, журналістом, військовим експертом, я не побоюся цих слів, Юліаном Аксьоновим. З'явилися інфи, що країни НАТО вирішили привести в дію плани Альянсу по обороні. Я так розумію, це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу. Я так розумію, що мова йдеться перш за все про країни саме НАТО, щоб, не дай Боже, туди не прилетіло. Да, ви праві, тому що ми бачили ці спішні перекидання військ, в першу чергу США, Польшу и страны Балтии. Да, согласно протоколам НАТО, ну, будет усиленный режим несения службы на границах, а ПВО будет более взбодренным, скажем так, радары будут настроены чуточку чувствительнее. Но если мы говорим, кстати, о действенной помощи, ну, это так, в сердцах, я тоже понимаю, что я никакого права не имею этого требовать, но, а сделайте бесполетную зону над Украиной. Ну, то есть, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, сбивайте их, помогайте нам. Вот сбивайте, вот это будет помощь. Це саме така пропозиція до Північно-Атлантичного альянсу. Ще одна політична новина з'явилася. Я, відверто кажучи, не знаю, я не можу категорично там реагувати. Прес-секретар президента Російської Федерації пан Песков, чоловік української фігуристки, до речі, Тетяни Навки, заявив, що Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус
і відмовлені від розміщення озброєння, там, якщо буде відповідь Києва. Тобто, якщо там наш президент, як би хто до нього не ставився, телефонував до Кремля, там ніхто не брав трубку, а тут вже є жертви, тут же є розруха, тут же є паніка, тут же є люди з глузду їдять, я це розумію повністю, а тут же, ну, давайте вже говорити. От як в цій ситуації взагалі? Ми, є гарячі голови, я це їх теж розумію. Ні-ні-ні, до останнього там солдата, тримаємо стрій, там в Фейсбуці щось написали, і тримаємо там стрій, і що... Это непроста ситуация, как на мене. Якщо є у вас інша думка, Юліане? Согласен с вами полностью. Собственно, для этого все и делалось. Показать, что, дескать, они могут. И на этих переговорах намекнуть, что мы можем больше. А вы посмотрите уже, сколько потеряли. Хотя я подозреваю, опять же, с уважением отношусь ко всем павшим. Спасибо вам большое. Но я подозреваю, что цели особо достигнуты не были, что бы ни говорили. Да, большие потери, но еще раз повторюсь, не то они хотели этим первым ударом, вот не то. Да, нас будут садить за стол переговоров, намекая, что все может быть хуже. Кстати, уже в контексте этого можем затронуть Донбасс. Там для нас хорошие новости. Счастье отбито. Потери большие, но это все объяснимо, потому что мы все понимаем, 8 лет, нарытые окопы, люди знают, что делать, люди все на связи, у всех все готово, все пристреляно, в этом самая суть. Когда ты видишь, где враг, ты просто заказываешь батарею минометную или бригадную артиллерийскую группу, называешь им ориентир, они прекрасно все это знают, в журналах координат это все есть, и все это накрывается. Ну да, отвлеклись мы. Я думаю, что здесь, ну, потерять лицо перед президентом, это значит сказать, ну, давайте будем говорить на ваших условиях. Мы прекрасно понимаем, что разговор с Путиным – это не просто, ну, как у вас там дела? Это когда сдадите оружие, вернее, когда поднимете руки? Это вот в таком тоне будет. А после того, как 8 лет мы там боролись, на Востоке, сейчас мы достаточно... серьезно включились в эту борьбу. Извините, война идет. Война, настоящая война. И тут мы как бы... Тут сложная ситуация. Я прекрасно все понимаю, что, как бы цинично ни прозвучало, вооруженные силы Украины тоже могут истощиться. Вопрос времени. Там тоже вооруженные силы могут истощиться. Но там могут прийти подкрепления. На мой взгляд... Такое Соломоново решение – это обратиться президенту после переговоров с Путиным, хотя бы в личном беседе по телефону, обратиться и сказать, что от нас требуют то-то, то-то, давайте референдум проведем. Но так честнее узнать как бы мнение большинства. Не уверен, конечно, как разделятся эти голоса и как вообще люди отреагируют на то, что нужно прийти на избирательные участки после того, как, ну вот я... стоял, извините, снимал деньги в банкомате, а за спиной работают по Нацгвардии. Кстати, по данным их пресс-службы, работали по Люсдорской дороге и по промышленной части не пострадали. То есть не знаю, как отреагирует народ, но... Тобто ми не можемо включати того, що ймовірні перемовини... можуть бути розцінені як здача України, здача державних інтересів. Да, безусловно, особенно воєнними. Особенно воєнними, тому що, ну от сьогодні вони потеряли своїх друзів. Причому вони готові сражатися. Там готові сражатися Донбас, там люди готові, хто би що не говорив. Поэтому, коли їм скажуть, ребята, треба знизити обороти, я не уверен, що всі послухаються. Ми пам'ятаємо, як кілька років тому президент Зеленський приїжджав на лінію вогню, і коли пропонував, що не стріляйте, не будете ви, не будуть вони. Але дійсно, ми бачимо, що ніякі домовленості не діють. На жаль, і з тієї сторони зовсім важко спрогнозувати взагалі якісь там дії. Ми говоримо про той епізод, коли все-таки річ йшла з людьми, які к тому времени вже не знаходились в рядах вооружених сил. Так, це були добровольці, тому вони могли собі
столь как бы вольно интерпретировать слова президента. Я не говорю, что он прав или он виноват. Надо просто это понимать. А кадровые части, да, были вынуждены соблюдать этот приказ. Вопрос в том, что сейчас очень сильно поменялась ситуация, и уже военным не объяснить после сегодняшнего, я думаю, что им не объяснить, что это такая угроза, ну, то есть акция запугивания, устрашения, а на самом деле, мол, мы ничего не потеряем, давайте говорить. Я думаю, что нет. Тобто, коли президент країни-агресора Володимир Путін звернувся сьогодні і сказав українських воєнних «йдіть додому», тобто, взагалі, мається на увазі не тільки ті, хто там на лінії обмеження, а взагалі всіх військових частин. Тобто, зробити таку казкову країну без армії. Да, когда-то я помню, в школе мне было лет 14, у нас был избирательный участок, и я ходил, читал предвыборные кампании каждого из кандидатов в президенты, и вот один из них, не помню уже фамилии, предлагал страну без армии. Да, помню, такой был проект, благо не получил он должной поддержки. Да, речь о том, что надо понимать, что Донбасс – это всего лишь прикрытие. И если мы завтра скажем, ладно, мы, не дай бог, отходим и сдаем вам Донбасс, нет, не эта цель. Просто вот вы просто возьмите и вычеркните свои вооруженные силы. Не надо, они вам не нужны. Вот так вот звучит эта риторика. Поэтому, да, здесь ставки очень высоки. И намеренно, заметьте, намеренно были выдвинуты такие условия, которые ну, никто не выполнит. Сдайтесь и, грубо говоря, вот слушайте, что мы сделаем. Це, ну, дійсно, така ситуація, така промова не досить адекватної людини, як на мене. Сьогодні, наскільки я знаю, ввечері мають відбутися кілька протестних заходів, і вони відбудуться в тому числі, ну, плануються, такий протестний захід в країні в Росії, називаємо зараз так, тому що на нього будуть виходити люди, які, вони різні, у них різне ставлення до Криму, різне ставлення до, взагалі, там, ситуації, можливо, на Донбасі, до президента, але вони категорично засуджують військові дії. Вони більш-менш зрозуміли це. Таких людей багато. Я знаю, я їх не буду цитувати. Це і відомі люди, і журналісти, мої колеги. Чи може якось там величезна там хода, якщо вона відбудеться, якось вплинути на російську владу? Якщо ось співгромадяни, чи ці люди, які не підтримують військові дії, вони не можуть вважатися співгромадянами там, того ж там Путіна і цієї там шайки? Эти акции протеста, эти колонны могут повлиять только на одно решение. А сколько именно полков Росгвардии надо пригнать в Москву? Ну или в любой другой город, где это будет происходить. Любых других решений касательно внешнеполитических вопросов, и уж тем более войны с Украиной, ожидать не стоит. Слишком зацементирована вот эта вот вертикаль. Она просто забетонирована и заармирована до упора. Мы просто ничего не добьемся. В какие-то широкие протестные акции в России я не верю. Они могут возникнуть, как мы видим, спонтанно. Вот мы против иммигрантов, а вот в наше озеро сваливают отходы. Тогда да, мы видим небывалую мобилизацию, и люди, кстати, добиваются своего, надо сказать. Потому что власти самой выгодно выполнить эти условия, показать, смотрите, как мы о вас заботимся. Но отменить военную операцию, где задействована половина, пока что половина сухопутных войск России, нет. На цю хвилину останні новини від Генерального штабу Збройних сил України. 3 хвилини по тому опублікували вони допис. Я нагадую, намагайтесь користуватися офіційними джерелами інформації, якщо бачите там синю там галочку у Фейсбуці, читайте. Це дійсно Фейсбук Генерального штабу Збройних сил. Станом на 13-ту годину, у нас зараз вже 13:50, 24 лютого Збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами «Калібр». Так. Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації перетином українського кордону на напрямках
Армянськ, Херсон, Чаплинка, Каховка. Це взагалі, що там від Одеси, там 300 кілометрів плюс-мінус. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бессарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання об'єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні груповані війська здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російській агресії. Ось такі новини на останній хвилі. Так, к сожалению, если прозвучало название «Калибр», это вот именно те ракеты наряду с «Искандером», чтобы наши телезрители понимали, «Калибр» — это, скажем так, небольшая ракета корабельного базирования, автомобильного базирования, но средств перехвата таких ракет у нас нет, хоть и точность ее достаточно хромает. «Искандер» — это такая большая ракета на большой машине, у которой 6 или 8 колес, в зависимости от модификации, которая накрывает сразу несколько гектар, в зависимости от боевой части. Она может быть там осколочно-фугасная и так далее. Вот большая проблема в том, что с этими ракетами мы бороться не можем. Мы можем бороться только маневром, потому что пока загрузится полетное задание, мы можем где-то сманеврировать, если мы говорим про небольшие группы войск. Если же это бригадно-тактические группы, это мы говорим о нескольких сотнях, где-то около там, 30 БМП, БТРов, 15-20 танков, какая-то артиллерия, тут же какие-то машины обеспечения, это достаточно большие для сегодняшней войны, это большие группировки. Их маневрирование будет несколько затруднено, но и оно будет их спасать. Так что да, нам бьют, как говорится, в подбрюшье, это южные районы, понимая, что Донбасс будет взять тяжело сходу, там просто бьются в лоб позиции, которые 8 лет выстраивались, то здесь это чистое поле. Опять же повторюсь, что надеюсь, что наши части получили задание закрепляться в селах и городах. І ще одне питання не з військової частини, але все ж таки з цивільної, але ми теж не можемо про це не поговорити. І в новинах на репортері ви вже бачили і ще побачите. Я попереджував, але все ж таки я розумію, що люди, як би їх не просили там, не панікувати, не атакуйте супермаркети, банкомати, заправки, але все ж таки люди, як взагалі ми всі, наші сучасники, вперше зіткнулися з таким. Вперше. Ми не живемо при всій повазі там, в країнах там, колишньої Югославії наприкінці 90-х, всередині 90-х. Ми живемо там на Сирії. І для нас це взагалі сприймалося як це. Ну так, дійсно, там на Донбасі буває, там щось стрельнуло, не стрельнуло. Десь так. Ми тут, і у нас все там концерти, манікюр, футбол пограти, чи що, в кіно сходити. А тут і люди дійсно не були готові, я їх не засуджую про це, за це. Але ми бачили колони автотранспорту з Києва, люди намагаються виїхати, у них це поки що так собі виходить. В основному це люди, які, на вашу думку, це люди, які знають, куди вони їдуть, або вони просто взяли речі, як кудись туди, там, можливо, там Словаччина, Польща і так інше. Безусловно, якщо говорити простим язиком, вони знають, куди вони їдуть, як точка в навігаторі, але вони не знають, в принципі, як їхати куди і закріплятися. Возможно, Польща, возможно, Румунія, яка говорила про 500 тисяч. А насчет того, что не хочу никого пугать и говорить, боже, что делается, но будьте готовы к тому, что ляжет связь. Это стандартный шаг в проведении таких операций. Ну и мы потеряем свет. Я далек от мысли, что будут атаки на АЭС. Все мы понимаем, какой это риск. Но, по крайней мере, перебить вот эти вот артерии, связывающие нас с крупными, генерирующими нам свет узлами, вполне возможно. Все мы понимаем, для чего паника и так далее. Да, к сожалению, логика такая. Здесь своеобразный принцип домино. Вот сегодня я прекрасно понимал, что паниковать не нужно. Но я проснулся и думаю, а когда я еще смогу сходить в супермаркет? И что я там найду? Я собираюсь и иду. Таких, как я, там уже много. Я вспоминаю, что не успел снять наличные с карты. Я абсолютно не паникую, иду, а там таких, как я, 30 человек. Поэтому это, кстати, еще один расчет. Паника, страх и так далее.
что тем самым давим мы на президента «Ах, спаси нас». И что не говорите, но это имеет даже очень практическое военное воплощение, скажем так, приложение, потому что по забитым дорогам не двигается техника. Она у нас, благо, гусеничная и на полный привод в основном, но по полям все-таки не как по асфальту. Майже годину ми обговорюємо цю ситуацію з Юліаном Аксьоновим. Взагалі є про що говорити, але, як я зранку говорив вам, ми змінюємо формат роботи. Я не знаю, наскільки довго ми його змінюємо, але ми повинні тримати в курсі офіційної інформації вас, шановна аудиторія. Юліане, вдячний, що знайшов час. Час взагалі непростий. Я впевнений, на жаль, не тому, що я не радий вас бачити, але ми повинні якось давати інформацію конкретну в темі. Я бачу, що ви людина обізнана в цьому плані. Будемо стежити і будемо сподіватися на краще. У нас немає наразі нічого іншого. Спасибо, що пригласили, спасибо, що дали виговоритися, тому що всім нам зараз це потрібно. І, пользуясь случаем, хочу обратитися в первую очередь к одесситам. Опять же, повторюсь, не хочу нагонять панику, но имейте в виду, что на нашей территории нашего города еще как минимум два очень серьезных военных объекта, которые так и не были тронуты, назовем их так. Это штаб Южного оперативного командования, а сейчас оно региональное управление Пивдень. Я говорю про район улицы Пироговской, военный госпиталь. Очень надеюсь, что по госпиталю не будут работать. И давайте не забывать, 4-я станция, военная академия. Знаю из достоверных источников, что вчера ночью академия полностью выехала. За это очень большое уважение преподавателям и тем, кто принял это решение. Поэтому, пожалуйста, находитесь подальше от этих объектов. Опять же, повторюсь, будьте готовы к отключению света и тому, что ляжет связь. Держитесь, пожалуйста, держитесь, не паникуйте. И думайте своей головой, прежде чем звать сюда кого-то. Под разными флагами. Подумайте, чем это может обернуться. Потому что, как видите, сейчас всем не сладко. На какой бы стороне мы ни находились. Дякую. Я повністю згоден. Залишайтесь на репортері. Я не гарантую спокійних новин, але принаймні давайте все ж таки з холодною головою будемо до цього підходити. А зараз, от в прямому ефірі, мені телефонував мій батько, який мешкає в місті Харків. А ви знаєте, що в Харкові відбувається. Ну, не краще, ніж в Одесі. Обов'язково йому зателефоную, узнаю, що там відбувається. Бережіть себе, слава Україні, на все добре.